Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Друзья, слушаем трек. Исполняют два мальчика, два молодых человека. Исполняют. Останавливаю. Ну, великолепно. Очень вы красиво, слышите? Да. Очень красиво, ребята. Как красиво сделали. Музыка такая шикарная. И голоса красивые. Голос один или два вот сейчас? Вот по-моему, я... пока один. Пока очень один, классный, да? Голос. Очень красиво голос звучит. Та-да-та-да-да-да-да-да-да. Вот этот переход такой красивый, нежный, ребятки. Классно звучит. Красиво, ребята. Голос какой, слушайте, ребят, второй красивый голос, второй голос. Классно, классно. Такой тембр, сладкий, очень вкусный. Круто. Молодцы, красивый, да, голос? Угу. Нет, нет, но ты далеко. Нет, ставь, это кричит уже без образа. Я забываю того, кем стал. Не знал, что так не будет уже никогда, но не стал. Я поддаваться не видят нам. Забуду на небесах, тот, как горели одни глаза. Ребятки, я прям вас хвалю. Ребят, вы все сделали классно. Молодцы, очень ребята. Очень круто, да. Голоса очень красивые. Они разные, но они красивые. Они дополняют, вы друг друга дополняете. В голосах вы используете немножко автотюн, чуть-чуть, был для вкусняшечки. Классные спецэффектики. Да, классные такие лайфхайки. Угу, украшали. Молодцы, классно, ребята. Трек. И музыка такая. И так вы красиво делали высокие ноты. Та-да-да-да-да-да. Ну, красиво, ребят, сладко, вкусно, ребятки, вы талантливы, голоса очень красивые, музыка красивая, все сделано стильно, по красоте, молодцы, ребятки, я с удовольствием танцевала, чуть-чуть подпевала, ребятки, потому что мне приятно было слушать вас, немножко хотелось петь, ребятки. И текст было интересно слушать, и текст, да? Очень интересный, да, ребятки. Это классный текст. Да, такой, знаете, осознанный, в смысле, история. История, не просто слова. Эмоции, там. Чувства, да, история. Да, да, ребятки, молодцы. Интересно. Мне очень понравилось, слушать. Ребятки. Вы очень талантливы, очень музыкально подкованы, ребята. Вы классно поете, ребятки. У вас классные голоса. Вы знаете, как своим голосом работать. Вы знаете, как красиво петь, красивые моменты делать. И вы нас задерживаете. Классный акцент. Своего зрителя, ребятки, вы держите, прям вот так держите. И мы же не можем отойти от того, что там нравится. Понимаете? Да, хочется переслушать. Хочется переслушивать, хочется подпевать. Хочется слушать вас. И хочется послушать красивый ваш голос. Ребятки, молодцы. Шикарно сделали. Очень все грамотно. Ребят, продолжайте, да, писать. Да, приятный трек. Да, направление очень классно, ребятки. Красивые переходы делать. Молодцы, ребятки. Мне очень понравилось. Круто. С удовольствием вас послушала. Спасибо, ребятки. Пока, друзья.